Сейчас, подожди немножко. Я что-то засмотрелась на твои крылья. У тебя свои есть, на свои смотри. Вот успокоишься, ты теперь летаешь с этими крыльями, я тебя поймать не могу. Сейчас остановлюсь. Как ребенок прыгаешь с ним. Это классно же. Первый раз. И ты стоишь перед входом в дверь. Да с тобой невозможно, ты теперь машешь всем этими крыльями. На дорогу на это встал, на балконе и машешь всем. Ну так там место. Хорошо. Ты в квартире, Вера, да? Давай начинать работать. Сконцентрируйся на работе. Квартире. Отлично, хорошо. И посмотри внимательно, что ты сейчас видишь. Да я тебя вижу. Ты суешь эти крылья в стены везде. Они проходят, и ты их назад рассматриваешь. Ну куда мне деться? Встаешь. Мне что, выйти из квартиры? Я не знаю, на тебя отвлекаюсь, ты пробуешь их, ты засовываешь их в стены, они проходят, ты их назад достаешь. Перья вот эти. Я понимаю, но скажи тому Владу, что нам надо работать. Соседи щекотаешь, щекотишь, щекочешь. Хорошо. Так, я там успокоился уже? 2 секунды, да. Можем дальше продолжать? Мы договорились, что мы поиграемся потом в личном пути, когда вернемся. Нормально, отлично. Хорошо. Все, можем дальше работать, да? Вот так. Ну да, не песня, а именно музыка. Именно бит какой-то определенный, да? Да, да, да. Это тренд. Это был тренд, я помню. На определенной вибрации. Он это зашел. Был тренд, да, и вот он действительно заходит реально в голову, да, ребята, вот так вот слушайте музыку, и к вам всем будет приходить куча поклонников. Зеленый человечек. Зеленый человечек, да. Что рассказать кому-то, что ты, ну, ты посмотри, маленький, удаленький. Как ты попал в это биополе, хамелеон? Пани показывает. Ну, и танцы, и какой-то звук еще он показывает. Нет. Нет? Ладно, хорошо. Так, мы приветствуем Елену. Так, реверс, мы всю энергию сделали. Теперь я предлагаю... Так, скажи этой детке, чтобы она... Я... Блин... Иди, убери, что ты там в ногах оставил. Маленький дракон. Ты понял? Иначе я тебя сейчас буду бить током. Форштейн? Да, он понял. Хорошо. Давай, вытаскивай. После этого будет удар в 1 миллион герц. С твоим ростом может быть очень больно. Все вытаскивай. Полностью. Маленький, он тоже брехун. Хорошо. И сейчас, вот именно сейчас, бес и спрут, я вам даю шанс, один шанс, вытащить все, что вы оставили в теле Светланы. После этого я провожу удар в 1 миллион герц. Вы поняли? Да, не понял. Приступайте. Если кто-то обманет, кроме удара, он еще получит дополнительный удар из копья. Так посмотрел на тебя этот спрут. Он же получил уже. Да. Вот именно такой удар, только чуть длиннее будет. Это был предупредительный. Спрут, ты просто не можешь себе представить, что я сделаю с тобой, если я с тобой в третий раз встречусь. Вот тогда мы с тобой уже точно не разойдемся друзьями. Я тебе говорю. Поэтому отнесись очень серьезно к этому. Иди к врачу. Обратись со своей наркоманией. Вылечись. Найди работу, начни работать. Стань нормальным спрутом, как все остальные. Он так смотрит на тебя. Но он дофига снимает, конечно. У него даже, знаешь, вся спина, бока, живота, вот это вот места все под руками. Он что-то ее прям присосками обложил. Понятно. Так, говорит, хорошо все было.
пока мы не пришли, да? Понятно. И остаются там на веки вечные. Не обязательно вниз, он говорит. Если это их призвание было, они попадают на свой уровень. А, понятно. Слушай, ты хорошо информирован. Спасибо тебе за дискуссию. Он говорит, у нас есть своя школа. Да ты что? И ты ее заканчивал? То есть ты образованный бес? Говорит, я еще там. Еще в школе учится? Да. А какие у тебя оценки? Но это не так, как вы представляете. Ну, я просто понимаю, нам дают равно какую-то информацию, он говорит, там нет оценок. Подсасывает он с нее. Он виновен в том, что она в трансе не может работать? Нет, не он, рептик. Рептик, хорошо, он хоть честно сказал. А, так это Сфрут на него сказал, что это рептик виновен. Это не рептик сознался, это Сфрут на это него. Это Сфрут его сдал. Молодец, Сфруту зачтется. Так, и кто у нас там третий, черт был? Ну, чертик. Ну, давай, спрашивай. Кто такой, откуда тунеядец? Говорит, оттуда, вниз, ну, понятно, показывает. Понятно, что оттуда. Как давно пришел, на какую эмоцию подцепился, на какую вибрацию? 1, 2, 3. Удар. 1 миллион герц. Отсекаем все каналы. Кого подбросила? Смотри, подбросила рептика, и от рептика шипанула черта тоже. Он так пошатнулся так. Так, я смотрю, рептилоид. Я ничего, я не виноват, говорит, это не я. Является, снимается все маски и голограммы. 1, 2, 3. Ну, бесик маленький. Что-то знаешь, был как бронтозавр какой-то. Сейчас такой маленький сидит. Мимикрирует. Напуганный. Он что-то трясется весь, боится. Ну, маленький совсем. Да он трясется весь, он назад хочет. Он как ребенок, просто канал открылся, и он зашел. Не там гулял. Мы его не наказываем. Бес там не обкакался еще. Трясет его. Он сидит и его подшатывает. Он не знает, что дальше будет. Ему конфеты дать? Нет, назад хочет он. Понятно. Кто еще в клетке? Ну, там у нее целый космический парк. А здесь со своей тарелкой опять я вижу троих. Ага, это Грея. Им, кстати, как-то весело. Это они пели «Оле-оле-оле», да? Это троечка. Они. Они, хорошо. Ну что ж, они готовы к спектаклю, ко второй части? Дракон замер. Да вы готовы? Да, дракон заморожен. Подойди к Греям и заморозь их. На счет 3. 1, 2, 3, замерли. Замерли. Хорошо, ребята, будем бить вас сегодня серьезным током, если вы так все это делаете. Ну, хорошо. Энергия страха. Давай сразу долбанем, пожалуйста. Давай возиться не будем, сразу долбанем их. И закрыли каналы. И у меня ощущение, я не знаю, могут ли Грей что-то принимать. Они чересчур веселые какие-то. Им прям весело. Они сидят все в своей тарелке. Они сейчас замороженные, но... Подойди к Греям, На минуточку, подойди сейчас. Они меня слышат? Да. Они знают, кто я? Они смеются, говорят, ты знаешь, кто мы? Мы знаем, кто ты, кто они. Хорошо. А они знают, атман знает, чем они сейчас здесь занимаются? А я знаю атмана. Говорит, атман наш друг. Атман ваш друг. Знаешь, хорошо. У меня ощущение, что они пьяны, если это возможно сказать. Ощущение, что они под воздействием каким-то. Наркотики? Да, они как одурманенные там. Они смеются и им весело просто. Но они сейчас подмерзли в замороженном состоянии. Ну да, пусть постоят. И будем сейчас производить энергоудар. И сейчас будет весело, ребята.
потом подсел. Он понимает, что он обнаружен сейчас, и он должен уйти добровольно после реверса энергии. Без всяких проблем, без тока высокогерцового. По-дружески. Просто уйти. Мы тебя обнаружили. Давай, рептилоид, не порть нам вечер. Ну, он, как всегда, рептилоид, морда кирпичом, холодный. Хорошо, Вера. А теперь, на счет три, сформируй огромный шар перед собой в твоих руках божественной энергии Абсолюта. Один, два, три. Да, он у меня здесь. И теперь брось ему в морду. И повесь на сетку огненную пентаграмму. Один, два, три. Ну, вот это жгет его. А это действует на него, спроси? Маленький стал. А что ж такое случилось с тобой? Ты ж был такой наглый, такой большой, по своим делам пришел. А вот теперь ты по моим делам попал. Я запрещал входить в это тело. Ты будешь сегодня наказан, направляя на него копье и бью 3 секунды на бесовской частоте. Ты что делаешь, говорит, нельзя. Можно. Можно. Еще как можно. Нужно. С такими, как ты, даже нужно. Рассказывай, как ты это делал. Я пока буду думать, что с тобой делать. Куда тебя отправить? По частям, целым куском сжечь. Хвост отрубить. Вариантов много. Ты меня реально разозлил сегодня, черт. Ты черт или бес? Черт. Сколько у тебя герц? Сколько герцовый ты? 3-4. Вау. Вообще днище. Вот это ты на такую частоту нашел, такую 3-4 герц. Это же вообще кладбище. Суккуб, дракон, бес, спрут. Кто еще был? Все. Хорошо. Так. Граждане, алкоголики и тунеядцы. Вы обнаружены. Попа повернулся ко мне и стрелял паутиной. Да. Вера, ну такого оскорбления я, честно говоря, еще никогда по отношению к себе не видел. Энергии идут, и он говорит, дайте мне что-нибудь. В плане? И ударить он их хочет тоже. Не надо, наверное, Игорь. Для этого мы здесь, мы сами все разберемся. Бить надо умело, и можно еще и отхватить, если не знаешь, кого бьешь. И защиты нет. Вот этот пукающий арахноид... К примеру, вот этой паутиной, он мог бы точно так же за секунду заразить тебя и всеми этими негативными энергетиками, тебя просто трясло. Понятно. Хорошо, начнем тогда с суккуба. Суккуб выходит сейчас без глупостей. Ты остаешь все, что ты оставил. Я буду проводить проверки. Ого, у него даже на голове что-то, как маска кожаная. Полосками такими. А инкубы и суккубы всегда полосками делают. Но это хоть хорошо никого себя не предлагает. Он тебя боится. И бес выходит сейчас, достает свои качельки или что-то там оставил. Батутик, без глупости. Энергия сосать пришел. Энергия пришла. Ты был в этом теле уже? Я тебя спрашиваю. Говорит, моя мама была. Твоя мама была. И не будет у нее сына, потому что он погиб смертью храбрых в борьбе с гипнологом и слипером. Он говорит, Грея опять обманули, сказали, что невидимый Будда. А где Грея? Но их здесь нет, они отдали ему технологию, сказали, что его не будут видеть. Такой низкий, у него лапы вот эти, как у паука. Но он низкий, как он, вот как сидит на этих лапах. Понятно, он же у него какие-то глазки еще есть. Да, красота. Сразу его стало жалко. Он яйца отложил какие-то, я спрашиваю. Пусть сразу скажет, сожгу всю. Он рычит вот такие какие-то звуки и создает. О чем кричит? Рычит, вот как-то такие. Он рычит на меня? Звуки
Ой, нет, про яйца когда сказал. Я тебя спрашиваю, ты яйца забрал? Нет, он Оставил? ничего не забирал. Он заберет Есть. Не только Есть яйца. Яйца. Конечно, есть яйца. Я вот думаю, сжечь их, может быть, яйца сразу на месте. Вот он рычит опять. Ну, а что? Он, ну, не рычит, а какие-то звуки такие, как, не знаю, у него нейронные. Да. Я слышу. Не нравится, когда про яйца говоришь. Да. Твоим яйцам пришел конец. Красим яйца арахноида и отправим их в галактику. Так, сейчас я даю команду вытащить все из тела арахноида, касается, вытаскиваешь яйца. Если кого-то после проверки тряхнет, я без предупреждения буду его бить 15 секунд страшнейшим ударом. 15. Это не только яйца сожгет, не только те яйца, но и все остальные яйца тоже, находящиеся всех в клетке. Поняли? Приступайте. Кто это? Постом крутит. Черт? Да. Тот, который мы встречали? Да я ж не помню уж всех. Спроси у него, я с ним встречался уже? Говори правду. Встречался, говорит. Йо, попал ты, чувак.